на именинах у Ирины Павловны Живковец в Оксфорде. Она из иммигрантской семьи, родилась во Франции, дочь иммигрантов первой волны. Ее отец был знаком с Бердяевым, Лоским и прочими другими видными деятелями русской миграции. Также она общалась с чадо владыки Антония Суржского и близко общалась с Сафронием Сахаровым, который сейчас она чадом митрополита Каллиста Уэра. Я жил у нее последний месяц своего пребывания с 1 декабря по 2 января 2012 года. У нее в доме. А можно я на видео вас поснимаю? Можно на видео поснимать? А на видео сейчас? Нет, я говорю, на видео можно поснимать? Для нашего архива семейного. Для семейного архива, да. Да. Хотелось бы. Показал, что вы показали бы мне как-то. Конечно, да, все это сделаем. Это можно на компьютере, вот. А вот. Да, очень просто. Да. Да. Да, потому что здесь одно дело. А что солнце напротив не важно? Ну вот немножко да. Ну, смотря как стать, да. Ну да. Ну потому что одно дело фотография, а другое дело здесь такая. Такой садик, да. Здесь очень фотографии не передашь. Садик, дом. А Герман, он, можно сказать, ну, конечно, не то, что профессионал, но любитель этого дела. И фотографии, и фильмы. Он даже делал несколько фильмов. Я такие любительские фильмы делал. Да. То есть на какие-то предприниматели, вот и семейные тоже он какие-то вот компании делает такие вот. Не просто что вот все, а вот как-то вот это вот все. Да. Как это обыграть, как это. Я вот, обожаю, я так люблю это все. А сейчас, благо, есть возможности в компьютере все это можно сделать и работать и монтаж. То есть как киностудия целая. Можно сделать в компьютере. Я знаю, что вы увлекались фотографией, да? Да. Да, я очень люблю фотографии, но я не умею. А вот русские все как-то очень умеют. Вот то же самое наш Ваня, знаете, Ваню, который с Полиной переуехали. Mm. Они тоже чужие люди. Тоже всегда готовы помочь. Но это пока мы кушаем, не очень интересно. Да. Благодарю. Благодарю Господа. Да, благодарю Господа, добившегося меня встретить на своем пути удивительную, милую, добрую женщину Ирину Павловну. Тяжесть ее креста меня очень поразила. Ах, я могу читать, почему это я не могу читать? И молю Бога, чтобы Он сохранил каждое ее слово в моей душе, чтобы не переставала моя душа молиться о спасении ее души и всех нас. Аминь. Да, прекрасные слова. Что показать Герману? Завтра, надеемся завтра с вами вместе помолиться. Завтра, да. Спаси Господь вас за такой прием, за такой вот уют. Спасибо, я очень тронута. За такую спасибо теплоту. Большое, что у нас такие общие знакомые, поразительные. Да. Приятно, да. Даша, бегите теперь. Да, уже. Да, вот бежим на службу. Вот. Все.